Всем привет! С вами Казахстанская медиа-академия. И вы смотрите программу «Бэкстейдж», где я, Данил Пак, расскажу вам о истории создания самых ярких музыкальных клипов нашей страны. Песен любви очень много, ведь это тема, которую каждый может понять. Но даже для такой вечной темы нужно делать что-то новое. Поэтому известный рэпер Юнус Перс объединился со знаменитым певцом Парвизом Назаровым в песне «Ты и я». В этом мире ты, в этом мире я, как в море капли дождя. Нам нужен лишь один, но тот, кто будет рядом, да. Лишь друг для друга мы. В этом мире ты, в этом мире я, как в море капли дождя. У Юнуса давно было большое желание поработать с крупной звездой, который давно стал популярен, так как он считает, что раньше было гораздо больше громких хитов. У меня была такая мечта прописаться с великими людьми великой музыки. В то время они делали хиты и штамповали их. Можно сказать, в 90-е годы я заметил намного, каждый артист, который пел, они больше хитов сделали, чем сейчас. Нынче труднее делать хиты, на самом деле. У меня их нету, к сожалению. В скором времени выстрелит что-нибудь. Материал готовлю. Поэтому для большого проекта Юнус работал с известным певцом Парвизом Назаровым, которого не понаслышке знают многие слушатели казахстанской музыки. Я записался с Парвиз Назаровым. Вообще, изначально я переехал и в Алмату. Получилось так, что большую роль сыграл Парвиз Назаров. Я в Шымкенте делал музыку, занимался музыкой и приехал специально, чтобы записаться с Парвиз Назаровым. И после нашего диалога, нашей встречи, получилось так, что я остался в Алматы. Спасибо ему за это и спасибо, что он со мной поработал, посотрудничал. Этот человек, есть же люди такие, которые мотивируют большим делам. Он меня промотивировал, от него хорошая энергетика, он очень мудрый человек, повидавший на практике, не на словах, всю эту мораль. И мы сделали с ним такую про любовь песню, я получил удовольствие, даже можно сказать кайф. Для такой красивой песни о любви было решено снять сюжетный клип с глубоким смыслом. Там сюжет про любовь, ну, детальный сюжет, все происходящее, как было полностью. Вам был сценарий, то, что в доме играли в карты. Ну, надо клип полностью весь посмотреть, вам и увидеть. Мне картинка понравилась, мне трек понравился. Ну, это не трековый трек, не трековый, вернее, клип, а сюжетный. Его просто надо посмотреть. Для съемок этого клипа была выбрана очень интересная локация – заброшенный дом. Моменты вообще были шикарные. Медеу. Вот когда на Медеу едешь, уже подъезжаешь, с левой стороны поворачиваешь, я не знаю, это улица, как? Вверх поднимайся, там заброшенные дома. Дом привидений знаменитый был там. Дом привидений, что ли? Вы слышали об этом? Да, да. Вот это и есть. Вот, да. Вот в этом мы приехали, искали заброшенный домик. Но место было непригодно для съемок, так как все было уже давно заброшено, и за ним никто не ухаживал. Нашли чабана, который, ну не знаю, там, домком, в современных домах домком называется. А там чабан, который живет на этой улице, и это как бы его, ну договорились, я говорю, давайте двадцатку дам, можно мы там побалуемся два дня. Приехали, убрались. После уборки начался уникальный творческий процесс. Преображение места и заброшенного дома в декорации дорогого клипа. Этот дом в итоге мы взяли за 20 тысяч, эту локацию, ну чтобы чабан как бы... По идее, вообще, он одурачил нас, это не его, не, можно было никому не платить, а эти 20 тысяч заплатить рабочим и самим не убираться. Ну, это такая игра бывает в наши дни. Вот. И мы почистили, мы начали полностью все, ну, как бы художник пришел, диалог поставил, мы забивали окна, делали живой дом из неживого. Ну, это самый такой дорогой мой клип был в то время. Первый, да, такой вот, который я вкладывался в декорации, там. Капец, команда большая была. Спасибо всем, кто принимал участие, все, кто поддерживал. Низкий поклон. Не стоит говорить, что все участники процесса остались довольны результатом такой колоссальной работы. Эмоции с Парвиз Назаровым. Прикиньте, приезжий рэпер, знать никто не знает. И с таким... Для меня это великий человек. Сотрудничество двух талантливых людей – это прекрасно, потому что мы получаем такие отличные работы. Давайте вместе посмотрим клип Юнуса Перса и Парвиза Назарова под названием «Ты и я». Мы такие разные, под мириадами, и так похожи все, хотя нас миллиарды здесь. Есть.
это точно. Мы такие разные под мириадами, и так похожи все, хотя нас миллиарды здесь, и хотя нас миллиарды тут. Нам нужен лишь один, но тот, кто будет рядом, да, и тот, кто будет приносить улыбку и смятение, и тот, кто будет просто твоей тенью, и тот, кого нельзя не ждать. Но если ждать не дышит в мире, останавливается твое время, да. Какие тайны не скрывала эта полоса. В онлайне мы все чаще ищем этот адресат. Ищем, находим, ждем того, кто сломает пароль и сыграет в нашей жизни эту главную роль. И когда тела наконец сойдутся с мыслями, будет важно оставаться просто искренним. И как бы осень не сорила своими листьями, все может поменяться вновь, все будет чистым здесь. В этом мире ты, в этом мире я, как в море капли дождя. Нам нужен лишь один, но тот, кто будет рядом, да. Лишь друг для друга мы. В этом мире ты, в этом мире я, как в море капли дождя. Будет важно оставаться просто искренним. Мы будем вместе. Ага, ага. Где-то ты, где-то, где-то я, да. Без тебя, без тебя. Не пусто на душе и сердце. Наши чувства для нас как яркий миг. Без тебя дожди, без тебя снега. Ты пойми, пойми. Ты одна для меня, ага. Тот свет, что светит ярче солнце. Моя сладкая, ты мне нужна, как воздух в небе. Этот мир для нас, где ты и я. В этом мире ты, ты. В этом мире я, я. Как в море капли дождя. Нам нужен лишь один, но тот, кто будет рядом, да. Лишь друг для друга мы, да. В этом мире ты, ты. В этом мире я, я. Как в море капли дождя. Будет важно оставаться просто искренним. Осень раскрыла листья, наша любовь как искры. Порою мы с тобой дурачимся, как дети. Наши чувства, как попутный ветер. Я ощущаю твой запах наяву, ага. И это время наступило, и оно тут, а здесь. Главное быть плавно по линии любви. Быть любимыми, быть теми нами. И быть поярче и искреннее, но истинными. В этом мире ты, ты. В этом мире я, я. Как в море капли дождя. Нам нужен лишь один, но тот, кто будет рядом, да. Лишь друг для друга мы. И это правда. В этом мире ты, ты. В этом мире я, я. Как в море капли дождя. Будет важно оставаться просто искренним. Мы будем вместе. Бэкстейдж рассказывает вам о истории создания самых ярких музыкальных клипов нашей страны. С вами был я, Данил Пак. Узнавайте, любите казахстанскую музыку и обязательно создавайте свою. Пока-пока. Казахстанская медиа-академия объявляет набор учащихся на курс «Музыкальный ведущий дети». Приглашаются дети и подростки в группы от 5 до 8 и от 9 до 14 лет. Преподаватели – действующие профессионалы сферы медиа. В программе обучения художественная речь, дикция, артикуляция, орфоэпия, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, профессиональная постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, съемки и зрители, которые увидят ваших детей в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86.